попадешь в беду. Вон он! Мочи его! А, черт! Черт! Впервые за последние недели у меня словно спала с глаз пелена. Я знаю, что здесь что-то скрыто. Это искали красные. А теперь ищет Орден Троицы и Анна. Анна. Господи. До сих пор не могу поверить. Все это время. За папой она тоже следила. Надо идти дальше. Найти Якова и помочь его людям. Если я смогу убедить их, что мне можно верить, возможно, он ответит на мои вопросы. Она одна. Вперед! И не тормозить! Стоп! Нужно посмотреть. Огонь на подавление! Быстро!
вижу врага. Она одна. Вперед! И не тормозить! Что здесь случилось? Мы прорываемся все дальше. Я с облегчением чувствую, что именно эту работу мне суждено было выполнить. Яков? Депо уже близко. Ты там? Знаки отличия боевого ордена Троицы. Еще плакат. Враг за все ответит. Жутковато. Ты так долго. Я думала, ты там остался. Да ни за что. Спасибо, что вызволила. Пойдем! Выберемся здесь! Осторожно! Yeah.
Успокойся. Вот, выпей. Полегчает. Ты мог бросить меня в реке. А ты бы меня бросила? Мелькнула бы такая мысль. Думаешь, у меня не мелькало? И чего ради ты рискуешь тут столь многим? Святой источник. Я знаю, что ты ищешь. Вопрос только зачем? В детстве у меня не было никого, кроме отца. Он тоже был археологом. В последние годы жизни он просто бредил легендами о бессмертии. Конечно, ему никто не верил. И я в том числе. В нашу последнюю встречу мы поссорились. Он покончил с собой. Я думала, что научусь жить с этим, но... Что-то произошло. И я увидела нечто, что я считала невозможным. Это все изменило. Я поняла, что отец был прав. Он умер один, потеряв все. Но он умер не зря. Так ты веришь, что источник существует? Честно говоря, я не знаю. Но если в этих мифах есть хоть капля правды, я должна знать. Его нужно изучить, понять. Он может изменить весь мир. Его нельзя ото всех прятать. Такие перемены не всегда к лучшему. Ты бы хотела, чтобы... Троица узнала секрет бессмертия? Конечно, нет. Тогда прошу тебя, не останавливайся. Просто иди другой дорогой. Помоги мне и моему народу. Помоги нам прогнать Константина и Троицу. И что потом?
а потом оставь нашу долину. Знаешь, что сделала правое дело. Нет. Прости, я не могу. Не можешь? Или не хочешь? Я помогу вам победить Троицу, но от цели не отступлюсь. Если я сейчас сдамся... То как будто предашь его? Не только его. Мне нужны ответы, Яков. Я должна понять. Уходишь? Меня сейчас больше волнует деревня. Она на той стороне горы. В одном дне пути пешком. Но можно добраться быстрее через медную шахту. Ты пока отдыхай. Я скоро вернусь. Яков, ты здесь? Черт, где же он? Лесопилки местные. Мы ее ранили, но упустили. Тут повсюду ловушки. Одного мы уже потеряли. Начинаем разведку. Нужно узнать, почему она следила за группой «Браво». На «Браво» больше никто не нападал. Но найдите местную. Нужно допросить ее. Где же ты прячешься? Нужно поискать следы. Кровь. Кто-то ранен? Стой! Не подходи! Я не из Троицы. Меня зовут Лара, и у тебя пистолет не заряжен. Барабан пустой, я отсюда вижу. Ага, а еще и ударник сломан. Ты ранена. Нужно посидеть, отдышаться. Лара, значит, да? Меня Надя зовут, и мне нужна твоя помощь. Что я могу сделать? Мой дедушка ночью сбежал из деревни. Думаю, он направился в долину греха, к самой Бабе-Яге. Я пыталась догнать его, но на меня напали захватчики. Еще до моего рождения ведьма убила мою бабушку. Дедушка часто говорил о мести, но я не думала, что он действительно решится. Время поджимает, а мне сейчас особо не побегать. Нам нужно найти его. Я готова. Попробую выследить его. Спасибо. Чтобы попасть в долину, иди через пещеру к востоку отсюда. Тут заставляли работать людей Якова. Thank you.
Тут тропа. Исхоженная.